Мама, ты меня бросаешь? Куда вам нужно? Здрасте. А нам бы до вокзала. Вокзал. Это другая сторона. Спасибо. Идем. Это не основная трасса. Далеко до основной трассы. Сейчас ночь, машин мало ехать. Может быть, вы нас подбросите до основной трассы? Я могу и до вокзала довезти. Ой, как нам повезло. А сколько это будет стоить? Нисколько. Я не водитель такси. Прошу. Спасибо вам большое. Имеете уже билеты? Нет еще. Мы купим прямо сразу на вокзале. Это может быть проблема. Мой товарищ купить не смог билеты поезда. Нужно делать много раньше день заказ. Почему? Наверное, что уже тепло. Много начинает людей отпуск. Но есть билеты в самолет. На самолете, к сожалению, не получится. Вы не имеете паспорт? Я его потеряла. Чьи это дети? Мои. Мам, а давай на корабле поплывем. Может, тут где-нибудь поблизости есть какая-нибудь речка или море? Нет, к сожалению, нет. Как зовут тебя? Лев, а мою маму Дина. Лев, очень приятно. Я Петер. Нам тоже очень приятно. Спасибо. Понял. Да, Люся, привет. Нет, билеты, Дина. Если стоять всю ночь и весь день у кассы, то может кто-кто откажется от брони, но тоже не точно. Спасибо. Дина. Я не знаю все обстоятельства. Лев уже большой, но второй совсем маленький. И это очень тяжело. Одну, две, может быть, три ночи не уезжать с вокзала. Много просто сразу идти в полицию и дожидаться новый паспорт, если имеется метрика. Здесь есть гостиница? Дина, вам не дадут номер гостиницы без паспорта. Да. У меня есть возможность дать вам комнату.
Я работаю по договору, у меня очень хорошие условия. Я из ГДР. Преступников не посылают в другую страну работать. Много проверок. Бояться нечего. Да я не боюсь, просто неудобно как-то вас стеснять. Лев? Ну что, Лев, поедем? Поедем. Дина. А, что? Лев не может быть вашим сыном. Где его мать? Она умерла. Простите. Родственница ваша? Нет. Это долгая история. А маленький, как звать его? Александр. Александр. Да. Но это тоже долгая история. Проходите. Осторожно. Мы где? Мы уже приехали. А? Спи, Лев, спи. Пока у нас небольшая остановка в пути. Извините, Петр, там в багажнике еще рюкзак. А, рюкзак я принесу позже. Сначала дети, пойдемте. Мам. Я здесь, здесь. Проходите. Вот. Спит. Устал. Если вы хотите кушать, можно разогреть курица, картошка? Нет, спасибо. А, удобство направо из комнаты. Угу. Душ, а, угу. Туалет, пожалуйста. А, детский кровать для Александра. У меня нет. Но я постараюсь что-то придумать. Спасибо. А, если вы больше ничего не хотите, отдыхайте. Угу. Спит. Хорошо. Вы очень добры. Васько! Пап, Васько! Эй! Эй! Ты видно? Коварная такая! Пап, загань, загань! Куда бежишь? А, смотри, говорим. Сейчас. Марик, пожалуйста. Сейчас, Аська. Сейчас. Поиграй чуть-чуть, хорошо? Хорошо. Слушай, мама только что звонила. Борисов умер, хирург, который должен был ее оперировать. Да что ты, а как он умер? Возвращался вечером домой с работы. Напали какие-то хулиганы. Отняли бумажник. Умер от большой потери крови. Хирург и зарезали. И что, мама? А что, мама? Мама плачет. Нужно искать срочно другого хирурга, а таких, как Борисов, больше нет, понимаешь? Ладно, ты извини, мы пойдем лучше. Ася, иди ко мне. Пойдем домой. Мама, не хочу двигать. Аська. Папа, пока. Пока. Поймаешь меня в следующий раз?
помалю. Пока. Ольга Борисовна, соседи, кто-нибудь есть дома? Что? Джим, быстро. Пожарную может вызвать. Василий, ну-ка, стой! Да отстань! Стой, я тебе сказала! Ты что, спалить нас решила? А ну-ка, пошли в отделение, ты ведь не из нашего дома, верно? Пошла! Только попадись мне еще на глаза! Скотина! Мама, пойдем! 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 Ну все! Все. Ты не испугалась? Все, все хорошо! Испугались! Господи! Тима, дым! Не дыши! А Тима? Я не то чтобы потеряла паспорт, он у меня есть, но просто мне нужно его найти. А для этого нужно связаться с подругой. А, у меня есть телефон, вы можете пользоваться. Да, но, к сожалению, у нее нет телефона. А, знаете адрес? Могу отвезти вас на адрес. Да, я знаю адрес. Просто мне не очень хотелось бы туда возвращаться. Держи. Что нужно сказать? Спасибо. Пожалуйста. Пошлите телеграмму. Назначайте место встречи. Я могу вас отвезти после моей работы. 20:00 вечера будет удобно. Точно. Телеграмма. Как я сразу не догадалась. Ой, Лев, сходи, пожалуйста, посмотри, что там Сашка плачет. Угу. Вот бумага, ручка, напишите текст телеграммы и адрес. Uh-huh. Я завезу на почту по дороге, мне удобно. Uh-huh. Дина, если нужно послать еще телеграмму, я могу. Кто-то может быть волноваться, что вы задерживаетесь. Нет, никто не волнуется. Спасибо, Петер. Я могу убраться у вас, если хотите. Хотя у вас так чисто. Могу ужин приготовить. Продукты я куплю, деньги есть. Вот, это ключ от дома. Держите. Можно гулять. Убирается тетя Наташа. Это домработница. Продукты в холодильнике, но мне ужин приготовить не надо. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Хорошего дня. Вам тоже. Удачи на работе. Спасибо. До свидания. Да. Здравствуйте, рыцарь. Здравствуйте, дама. Как поживаете? Мы едем на бал. Ой, как это прекрасно! Мы будем танцевать? Мы будем танцевать. Полонез. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. О, спит. Угу. Я тетя Наташа. Очень приятно. Ну, кому здесь понадобилась няня? Наверное, вам, молодой человек. Правда? Как вас величать? Лёва. А я Наталья Порфирьевна. Лёва, значит, лев. Я очень быстро. Угу.
Люда, как ты меня перепугала. А я чуть с ума не сошла, ломая голову над твоей телеграммой. Куда ты пропала? Слушай, попроси Касаткина, пусть отдаст паспорт по-хорошему и вещи тоже. Да Касаткин улетел сегодня утром и оставил мне ключи от квартиры. Улетел? Он-то думал, что ты с детьми у меня, стоял как мишком пришибленный. Слушай, давай отойдем подальше, а? Угу. А с кем дети, Дин? С домработницей. Слушай, Люд, мне кажется, паспорт дома где-то лежит. Поищи, пожалуйста, а? С какой домработницей? У кого ты живешь? Ты сможешь мне позвонить? Ну. Как паспорт найдешь, позвони, пожалуйста. Это мой номер телефона. Тихо. А теперь все по порядку. Кто он? Хороший человек. Угу. И как его зовут? Люд, какая разница? Петер. Ты с ума сошла? А что? Касаткин мне не муж, и никогда им не был. Да при чем тут Касаткин? Ты-то проникла в часть, крутилась тут с детьми, может, и фотографировала. Я, конечно, так не думаю. Но так могут подумать. Ты понимаешь, какой будет скандал, если кто-нибудь узнает? Меня никто не помнит. Меня видели 3 человека, и те уже забыли. Дина, я послала твои стихи в газету. Если, не дай бог, их напечатают, ты станешь известной на весь городок. Когда? Люд, ну ты что, с ума сошла, что ли? Хотела, чтобы был сюрприз. Сюрприз. Как прошла встреча? Порядок? Угу. Петер, извините, можно задать вам идиотский вопрос? Идиотский? Что ж, буду иметь удовольствие отвечать. А вы не шпион? Нет, Дина, я не шпион. Извините. Я работаю в содружестве с вашими учеными, и я никак не могу быть шпионом недружественной страны. Просто подруга напугала меня. Она жена военнослужащего. И... Понятно, понятно. Все военнослужащие и их жены должны быть бдительны. Бдительны. А вам не будет ничего за то, что... Ну, за то, что у вас временно остановилась советская гражданка? Я не знаю. Меня никогда не останавливалась временно советская гражданка. Я думаю, что нет. Я ведь не военнослужащий. Тем более, был прецедент. Мой коллега влюбился в советскую гражданку и хотел на ней пожениться. Было много вопросов, проблем с бюрократией. Но его никто не ругал и с работы тоже не уволили. Теперь у них есть маленький мальчик. Хорошо. Дина, я не люблю прилезать в душу, но я хочу спросить, что с отцом Александра? Почему вы не вместе? Ну, с ним все в порядке. Просто он женат. О. Но он знает, что есть Александр? Это трудно одной растить ребенка. Причем даже 2 ребенка. Я сильная. Здесь жутко неудобно.
Пойдем на заднее сиденье. Семочка, да успокойся. Ты что, ты меня подвез давай. Я пойду домой. Спасибо тебе большое. Ларис, ну я тебя уже целый месяц добиваюсь. Надо мной, наверное, уже все твои продавщицы смеются. Ну, во-первых, не смеются, а завидуют, Тем. А во-вторых, я что, просила тебя добиваться? Не просила. Так что давай. Пока. Ну, подожди. Ну, давай посидим хоть, поговорим. Тебя же все равно дома никто не ждет, а? Ты прав, никто не ждет. Ну, давай поговорим. Ну, давай поговорим. Сейчас повезет. И... О. Вот так. Здорово. Завтра вечером я гулять в ресторане. И я хочу пригласить вас с собой. Меня в ресторан? Да. Вы не обязаны. Это дружеский вечеринка, и если вы не хотите... А как же дети? Их же, наверное, не пустят, тем более вечером. Это не проблема. Тетя Наташа будет с ними. Да? Ну, если так, то я за. Я очень хочу. Если честно, ни разу в жизни не была в ресторане. Вот и хорошо. Ваш удар. Спасибо. Так. Попаду, не попаду. Ну? Почти, да? Почти, почти. Ну как? Красиво? Ты же сама говоришь, подростки. Подожгли, отомстили, успокоились. Все, я поменяю обивку, пару часов работы и никаких следов от погрома. Да дело не в двери. Я так больше не могу. Да и не хочу. Я заварю кофе. Если бы Ася ночевала у меня в ту ночь, мы бы с ней сгорели, понимаешь? Когда она ночует со мной, мы с ней спать пораньше ложимся. Я бы не увидела, как огонь пробирается в квартиру. А ему было достаточно добраться до моей синтетической куртки и все, понимаешь? Соня, это не повод для истерики, а радость, что наша дочь находилась в ту ночь у нас с мамой. Вот это твой радужный взгляд на действительность, на эту грубую, злую и беспросветную действительность. Я ее ненавижу. Просто каждый из нас склонен к преувеличениям. Ты предпочитаешь преувеличивать ужасы, а я радости. Лев, а может в этом платье пойти? Нет, не подходит. Почему? Может быть коричневое? Оно такое строгое. Нет, вон то красивое. Это? Да. Хм. Думаешь? Иди в нем, будешь красивая, как дама. Между прочим, это платье я сама себе сшила. На свадьбу к подруге. Как ее зовут? Подругу? Да. Лариса. 100 лет ее не видела. Скоро ты с ней познакомишься.
Она тебе понравится. Она знаешь, какая веселая? Хлоркой пахнешь. Да из бассейна только. Дай, думаю, зайду. Хочешь выпить? Не откажусь. Ларис, я приезжала, но не застала тебя в холодильнике. Куры, сметана, мед. Принесли телеграмму от Володи. Встреть его, целую маму. Улетаю конференцию, рейс 155, буду 12-го, 10:30. Одевайся! Одевайся, одевайся, быстро! Давай, души! Так а что случилось-то? Ничего, одевайся! Кеда, давай, одевай. Все, не успели. Ногу давай. Давай, давай. Прыгай. Прыгай. Давай, прыгай. Куда прыгай? Высоко. По трубе, по трубе. Сумку дай. Сумка. Эй, смотри-ка. По-моему, квартирная кража. Молодой человек! Стояк! Куда? Стой! Уходи-ка! Стойте! Стоять! Серега, за ним! Володь, я... Успокойтесь! Я спокойна! Тихо! Кем вам приходится этот гражданин? Жених! Где вы живете? Чего вы ударили-то его в этом доме? Если он ваш жених, то почему он вылезал через окно, а не через дверь, как все нормальные женихи? А романтичнее так, да. Вот поэтому и вылезал. Да. И что же у твоего романтичного в сумке, а? А что, должна каждая невеста знать, что... А, да, плавки, полотенца, банные это принадлежности. Это легко проверить. Так, пожалуйста. Что делать будем? Да ладно. По правилам, тебя все равно нужно отвезти в участок. За что? За оказание сопротивления органам. Скажи спасибо своей невесте. Вылезай. Жених, иди. Спасибо. Что, обиделся жених? Чё, не видите, что ли? Поехали. Господи, боже мой, я же говорю. Пока тебя не было, стала ходить в бассейн, записалась туда. Этот парень тоже туда ходит. Он захотел меня проводить.
Я была против, естественно. Прихожу домой, ложусь спать. Тут звонок в дверь. Он забегает, как сумасшедший, начинает мне признаваться в любви. Я говорю, придурок, лезь срочно в окно, мне сейчас муж приедет, не дай бог меня в чем заподозрит. Ну, он так и прыгнул в окно. Скажи, а милиционерам ты сказал, что он твой жених? А что я должна была сказать милиционерам? А, ну… Рассказать банальную историю, что у меня муж с командировки вернулся. А мама Ларис твоя где? В деревне пчелы разводит. Все равно как-то странно все выходит. Володь. М? Ну ты что, Володька? Ты что, думаешь, что я способна тебя изменить? Я соскучилась по тебе. Лариса? Да. А где твой мокрый купальник? Она уснула, я пойду. Подожди, пожалуйста. Сядь, мне поговорить с тобой нужно. Слушай, я собираю документы. Мама едет со мной. Ее нужно оперировать. Но моя мама уже договорилась. И не Борисов, конечно, но тоже вполне пристойный хирург. Здесь ее зарежут. Не зарежут, так сгноят. Марик, есть человек, который может помочь с отъездом. Нужно только ему заплатить. А что будет с Асей? Марик, слушай. А поехали со мной, а? Поехали. Соня. Ну я не справлюсь одна, Соня, там, с малым, Соня, и со старым, Соня, а? Соня, свой взгляд на этот вопрос я тебе, по-моему, изъяснил уже и не раз. Марик, ну ты пойми, ну эта страна не для того, чтобы воспитывать ребенка. Тебя воспитали здесь? Меня воспитали, еще немало достойных людей воспитали. Но это преступление, иметь выбор и не воспользоваться Соня, им. Соня, я уважаю твой выбор. Пускай Аська подрастет и сделает свой выбор сама. Нет, Марик, слушай, нет, стой! Или ты едешь с нами, или ты больше никогда не увидишь свою дочь. Я не дам своего согласия на отъезд Аси. Романтик. Спасибо. Вот. Можно положить вашу сумочку? Да, конечно. Только не забудьте. Спасибо. Вот туда. Auf Bekanntschaft. Со знакомства. Auf Freundschaft. Патрик предлагает выпить за дружбу. Да. Дружба. 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 Это, я не знаю, как это по-русски, но это очень вкусно. Попробуй, Дина. Мимоза. Кто? Мимоза. Мимоза. Мы вместе работаем с Ифо, а Патрик, ее муж, он с нами не работает. Was passiert, falls ich sie... Что будет, если я приглашу ее танцевать? Что будет? Как всегда, грандиозный скандал. Это хорошо. Предлагаю тебе потанцевать. Патрик большой танцовщик. Ты получишь большое удовольствие, Дина. Но, пожалуйста, осторожно ножки. С
такими ножками нехорошо кромать. Все хорошо. Darf ich Sie bitten? Разрешите пригласить. Патрик. Питер. Откуда она взялась? Я нашел ее на дороге. Поздравляю тебя с такой находкой. Она очаровательна. Она скоро уезжает. И ты ничего не можешь сделать, чтобы задержать ее? Это не то, что ты думаешь. Очень жаль, Питер. Я так обрадовалась, что ты наконец-то с девушкой. Уже 3 года прошло со смерти Катарины. Но надо жить, когда ты живой. Надо жить. Она как Катарина. Ты не считаешь? Улыбка. Очень милая улыбка. И она такая же нежная. Как цветок. Цветок. Очень красиво. Хорошая пара. Очень хорошая. Мне так понравились ваши друзья, и ресторан, и еда. Так было весело. Я очень давно так не веселилась. Правда? Угу. Я очень рад, что вам понравилось. Очень понравилось. Танцы. Я так давно не танцевала. Даже голова немножко кружится. Вы, Дина, очень красивая. Ну что вы? Просто платье такое. Нет, это вы. Спасибо. Знаете, я когда поженился, я уже не замечал хорошеньких женщин. Любовался одной женой. Мы хорошо жили. А где сейчас ваша жена? Она умерла. Просто грипп. Но было осложнение. Вы первая женщина потом, за 3 года. Красота, которая пьет глаза. Нельзя не заметить. Спасибо. Пикан-шафт. Я. Все в порядке, спят. Сашуля просыпался, я его переодела, и он снова уснул. Спасибо. Спасибо. Ну что? Спасибо, тетя Наташа. Гуте нахт. Спокойной ночи. Доброй ночи. Счастливо. Платье замечательное, Дина. Спасибо. Спокойной ночи. Я, да. Спокойной ночи. Спасибо. Спасибо. Спасибо за чудесный вечер. Спокойной ночи.
Вам тоже не спится? Да, вот.